Завершает праздничный набор фристайлов команда КВН «Астана КЗ» Казахстан. Астана.КЗ – единственная команда высшей лиги, которая в этом сезоне Международный союз КВН делает международным. Включайте Bluetooth, ловите позитив, из динамиков рвется знакомый мотив. И чтоб разрушить между нами стену, казахи привезли свою новую тему. Ну здравствуй, нерезиновая! Вы знаете, как приятно в Москву приезжать весной. Погода шепчет, настроение такое прикольное. У меня только один вопрос. Почему в нашей команде нет девушек? Началось. А зачем тебе? Просто я хочу на сцену выйти нормально выглаженный. Опа! Тебе что, не нравится, как я тебя глажу? Не, мне нравится, как ты гладишь. Я просто хочу на сцену выйти нормально сытый, поевший. Нурлан, тебе не нравится, как я тебе готовлю? Не, ну Жан, мне нравится, как ты готовишь. Я просто целоваться хочу. Турсумек, заткнись. Уважайте меня, дамы и господа! Нурлан, уважаемые! Уважаемые дамы и господа! Казахский весенний юмор! Ой, excuse me. Кто excuse me? Ты что такой дерзкий, что ли, а? Да, нет, да. Ты дерзкий, что ли? Да. Ну-ка покажи, какой ты дерзкий. Покажи, покажи. Э, щегол! Иди за пивом! Вот так вот. Ты чё? Ты меня за щегла принимаешь, что ли, а? Да, нет, да. Ты меня за щегла принимаешь, что ли, а? Ну-ка покажи, как ты меня за щегла принимаешь, что ли? Ты что, до сих пор здесь? Я тебя ж за пием послал! Щегол! 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 Щегол, давай! Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Военная тайна». И у нас в гостях бывший министр обороны Казахстана Кайрулла Досмухаметович Сергеев. Здравствуйте! Лай! Я тоже очень рад. Скажите, какова численность армии Казахстана? Мирное время 1 000 000 человек. А в случае войны? 10 000. Скажите, Кайрулла, у меня личный вопрос. У вас синие круги под глазами. Вы, наверное, мало спите. Нет, вчера на боевых учениях 2 часа бинокль держал, без рук. Ясно. Скажите, что является главным врагом для вашей армии? Главный враг казахстанской армии – это 5-разовое питание. Ясно. Скажите, сколько в Казахстане боевых самолетов? Я не могу это сказать, это военная тайна. Ну, пожалуйста. Ну, нет. Ну, пожалуйста. 100? Меньше. 30? Больше. 50? Больше. 51? Меньше. Ну не хотите, говорить не надо. А я напоминаю, что у нас в гостях был бывший министр обороны, друзья. Поехали, да? Дамы и господа, первая встреча Нурсултана Назарбаева и Дмитрия Медведева. Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич. Как раньше все просто было, Владимир Владимирович. О, Дмитрий Анатольевич, добро пожаловать в Казахстан. Спасибо. Присаживайтесь. Кайрат, все нормально, я в безопасности. Хорошо, все, я понял.
Ну, Нурсултан Абишевич, в первую очередь спасибо за приглашение. Хотел сказать то, что все наши планы на будущее, все остается в силе. Тогда шахматы. В смысле? Ну, мы с Владимиром Владимировичем не доиграли. Угу. Ваш ход. Заметили. А в это время охрана президентов. Кстати, Нуржан. Андрей, давно работаешь? Нет, до 7 мая испытательный срок. А ты давно работаешь? Да. Анекдот свежий слышал? Какой? Ну, встречается на яхте как-то... А, да-да-да, слышал. Откуда? А слышал анекдот про две черепахи? Ха, да, слышал, смешной. А Дмитрий Анатольевич, видимо, нет. Черепаха становится ниндзей. Да. Кстати, Нурсултан Абишевич, хотел вас пригласить к себе, так как у меня вот... 7 мая? Конечно, да? Помню. Обязательно буду. Я даже на 8-9 ничего не планирую. Тогда до встречи. До встречи. Уважаемые друзья, а сейчас тост. Однажды одна маленькая, но очень большая корова хотела взлететь и не смогла. Один говорит, что он постоянно один говорит? Стоит два человека сзади, не знаем, что делать. Один говорит, стоит два человека на сцене, не знаем, что делать. Вообще он нас зажимает, знаешь? Вообще надо сказать, нет, знаешь, почему? Нельзя так говорить. Что? Ты будешь говорить, я не буду говорить. Говори. Уважаемые друзья, я здесь с любимой командой посчитал. Оказывается, за всю историю игры КВН Юлий Соломонович нашей команде поставил 640 баллов. Thank you. Леонид Ермолик нам поставил 600 баллов. Господин Парфенов, здравствуйте. Что я хотел сказать? Для юбилейного количества баллов нам не хватает всего лишь 35. Ну, если каждый по 5 поставите, конечно. Ну, 5-5-35 же будет. Что он меня только одного бьет? Назло ему все по 5 поставьте.